Итак, сейчас будем заливать форму силиконом по новому принципу. Первое, что нам понадобится, весы, посуда. И потом вычитаем вот этот вот вес. Нужно будет залить в эту форму заранее подготовленную воду, вылить сюда и посмотреть, сколько грамм у нас получается смеси. И примерно по этому объему вычислим, сколько нам нужно будет силикона залить, чтобы не заливать лишнее. Можно сделать следующее. Выключаем весы. Ставим эту штуку, нажимаем он. И у нас, соответственно, будет 0 отображаться, то есть сразу плюсовой вес. Так, теперь набираем вот сюда воду. Примерно смотрим, что форма у нас заполняется. Все, теперь можем это выливать сюда. Примерно столько нам и понадобится жидкого силикона. Сейчас взвесим и посмотрим, сколько это. Так, пока весы не выключились, ставим на них. У нас должны быть отрицательные, то есть 11,6 грамм силикона у нас должно быть. Смотрим примерно сколько это. Это прям, ну, совсем-совсем мало, скажем так. Вот. И прям вот тут мы можем развести столько же силикона, тоже так же примерно смотреть по весам. А теперь все это дело выливаем. Так, ну что, приступаем к заливочке нашего силикончика. Приготовили туалетные бумажки и прочие шляпы. Здесь у нас сразу форма готова, то есть вот так мы ее положим. А я уже прикрепил, посушил, и формой вот так вот будет вверх располагаться. Так, значит, у нас должно 11,6 грамм быть примерно. Так что мы что делаем сразу? Давайте подготовимся, сейчас будет опять грязно, 100%. Сейчас будет очень грязно. Открываем силикон. И вот так потихонечку льем, наверное, чуть-чуть. Жалко, что нельзя как-то его лить аккуратно. Сразу. Вот 19, уже много. Все. То есть мы сколько нужно налили. Так, зубочистка у нас здесь пока. Сразу это отставляем в сторону. Потому что оно засрет у нас тут все иначе. У нас 20 грамм силикона. То есть визуально оно у нас плюс-минус только заполнить. Давайте еще немножко капнем, потому что вес тут, по-моему, больше в этой штуке, чем у воды. Так что еще чуть-чуть капнем. Так, палочкой очень удобно, кстати, обрезать этот силикон. Так, вот, примерно столько, сколько нам и нужно. Так, тут сразу салфеточкой мы протираем, потому что иначе будет очень-очень грязно. Так, форма у нас готова. Давайте теперь прям загустителя капнем. Такая химия прям, конечно, блин. Все надо в перчатках, конечно, по-хорошему делать. Так, ладно, весы мы видим. Это раз капаем побольше. Блин, слушай, упаковка, ну прям, ну говнище полное. Как вообще так можно делать? Все надо отнимать, чтобы это дело обратно залить. Просто что вот жопоруки и вот делают эту херню. Неужели нельзя с каким-то носиком нормальным сделать, чтобы можно было по-человечески залить это дело? Короче, все как следует перемешиваем, потому что в прошлый раз что-то оно у меня очень плохо, скажем так, перемешалось с загустителем. Слушайте, он херово перемешивается прям вообще. Кстати, решил делать в стеклянной посуде, потому что в прошлый раз делал в фольге какой-то, и, скажем так, мягко говоря, получилась плохая идея. Еще дегазация, по идее, должна быть. Вот. Но у нас такой камеры пока что еще нету, чтобы пузырьки убирать. Давайте здесь с краю повозюкаем. Научимся все равно, друзья, делать хорошие формы вместе с вами. Все, я думаю, пора выкладывать потихонечку. Что-то он какой-то слишком густой, слушайте, стал. То ли он уже застывать начал. Что он прям вообще ни хера не идет. Походу он уже застыл.
Ой, боже мой, какая же, слушайте, шляпа, вот этот жидкий силикон. Его и так кладешь, и эдак. Не хочет собака, и все, смотрите. То загустителя много, то мало его. Почему, господи, силикон нельзя как-нибудь попроще сделать? Ну почему такая шляпа с этим силиконом? Он не протекает туда. Он слишком густой, кстати. Короче, запрессовал туда руками этот силикон. В общем, силикон говнявого качества. Не покупайте, друзья, этот силикон от этого производителя. Он то не застывает, то добавление на две капли больше, он застывает просто моментально. То есть он застыл практически тут. И смысла вообще в этом нету. Ну и уделайтесь, короче, вообще как вот здесь коврик. Так что силикон для меня что-то по-прежнему какая-то очень сомнительная затея. Прям, скажем так, на 3D принтере вот напечатать можно что угодно, да, а вот с этим силиконом вот такая шляпа получилась. То есть вот тут он так и не застыл, здесь он застыл вроде более-менее, но какой-то, короче, густой, отвратительный, плохой силикон.